играем в Brawl Stars. Тут уже Рика говорит, поставьте лайк на это видео. Итак, давайте соберем эти монетки эти. Заберем подарок. Интересно, какой он? Два подарка. Как хорошо. Отлично. Еще раз откроем. Что мы можем купить за 30? Угу. Вот такой вот скин. Я не хочу его. Плохой скин. Я хочу большой ящик. Может, что-то повезет. Или как-то. 14 на Спайка! Слава Богу! Ура! Аллилуйя! Аллилуйя! Это сделалось. Спайка можно прокачать? Блин, немножко не получилось. Жаль. Ну ладно, давайте уже приступать. Я до сих пор радуюсь, что мне легендарка выпала. Прям легендарка. Только плохо, что я его долго не качаю. Дед Мороз. Вбив. На. Дед Морис, ты всем подарки принес. Дед Мороз. Пошли, ПМ. Вбили. Чела. Давай, убивай сундук. Вин плохий. Ах ты. Ты чё на меня нарываешься? Чё вы на меня нарываетесь? А ну ушли, я вам свое добро не отдам. Мои кактусы. Кыш, сказал. Ах вы. На. Ушел, братан. Минус. Его Дэрил убил. Ничего, возьмем чужое. Как сказать, тут надо выживать? Извини, братан. Уходим. Нападает. Фух. Все хорошо. Ну-ка, ушли. Ушла. Нифига себе. Ну и ты КПМ убил. Классно. Юху, пятерка. Если до десятки его доведу, это тоже будет хорошо. 84 жетонов. Есть. И нам ничего не попадается. Итак, идем, куда же мы идем? С ПМ пойдем на подарки. Она же любит подарки, особенно вкусные. Видите, какая она же толстая от этих подарков уже. Потому что и Дед Мороз всегда подарки приносит вкусные. Итак. Конечно, тебе, дедушка, не повезло. Ничего. Зато не будешь бомбить. На. Получи-ка. Сама виновата ты была. Ба-ба-ба-бам.
Блин, так нечестно, что у них такая штучка хорошая. Точнее, этот. Эпический. Вкусный. Это еда. ПМ. Видишь подарок? Вот тебе его надо захватить. Тогда ты его съешь. Ну-ка, ушла. Давай, неси, давай. Быстрей. Ты сможешь? Молодца! Да какая! Ну ты. Она такая... Или кто я? Это он или она вообще? Мегаящик. В трубе мегаящик. В яме, то есть, мегаящик. Ну-ка, ушла. Это моя бухта. Ах. Ух ты. Так. Ну, ушли-ка. Иначе вам хана будет. Ушли. Ушла, говорю. Блин, от нее у меня даже не спасает мой защитный штучка. Блин. Ну так нечестно. На. Так. Подарок, уходи на свое место. На свое место. А я попробую что-то сделать. Все. С подарком все нормально. Они мне... Можно не переживать. Ура! Мы выиграли. Саша... Звездный воин. Понятно. О. Так расстроился. Ха. Так вы будешь знать, как меня убивать. Птичник. Пташник. Ебой. Итак, пошли. Сейчас мы откроем еще один маленький ящик. И нам, как всегда, ничего не попадает. Пошли в осаду, поиграем за нее. Посмотрим, что она умеет. Тут ограждение какое-то поставили. Не видел. Странно. Но интересно. Я понял, за это нельзя теперь, потому что... Будь стрелять. Ага, понял. Теперь убей его. Ну-ка, мы тебя сейчас отснайперим. Ушла. Вон, кш. Знаешь, что нельзя лечить этого болтами этих роботов. Так, все хорошо. Не ломайся. Фу. Надо. На, поранили. Хоть немножко. А у нас еще все хорошо. А у них 23. Ха-ха-ха. Так. Ба-ба-ба-бам. Стреляем. Она ушла. Нет. Не должно быть так. Блин. Ну-ка ушла. То есть ушел. Четвертого уровня. Угу. Четвертого ты у нас. Ну ушел. Ушел робот. Негодяй, блин. Какой. Нет! Блин! Они вы...
разозлился на вас. Ну все. Вам хана. От моего Бибибея. 5 не гасит. 2 + 2 = 5. Бибибей, давай, иди в атаку. Ушла. Нет. Фух. Их 2. Нет. 3-го уровня. Понял. Кто вы? Мы вас не звали. Идите в магазин. Ушли. Ушли. Ушла. Ушел. Ушел. Отвлекай его. Блин. А кто добил 85? Странно, ну конечно. Так, жвачка, пробирайся куда-то. 4, 5. Какого? Нет, так не должно быть. Бибей, Бибибей, ты шо? На, вот вам. Блин, Бибибей. Ну все, ты не пойдешь в кино, Биби. Возьмем Кольта, Шули. Да. Давайте прокачаем. О. Ну что, посмотрим, на что ты теперь способен. Классная музычка. Кольт, ты же разбойник, ты должен выиграть. Давай, Кольтик. Минус. Мы хорошо работаем. Деньги. Где взять? Давно известно. На. Не атаковай. Пи-пи-пи-пи. Ба-ба-бам. Нет, убил. Но зато у них 14. Это хоть радует. Так и ну ушли, забияки. Ушли, сказал Бибибей. Еще один. Блин, Бибибей. 5-го уровня. Нет, нет. Только попробуйте. А, уже все понятно. Табак судьбы. Класс. Ба-ба-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, вас это шумит. А. Уже все, все хорошо. Итак. Давайте в эту штучку поиграем.
называют захват кристаллов. И я хочу Брока. Конечно же. Он полу... боец полуснайпер. Понятно. А он тут будет поворачиваться? А, нет. Пиу. Бам. 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 Бум. Бам. Бум. Бам. Бум. Бум. Бум-бум-бум-бум. Мяу. Бью. 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 На-на-на-на-на. А, убили. Убиваю. Офигеть. Ну-ка, ушли, негодяи. Динамайка перебейте, он плохой. Вы нашего убили. Какого вы это сделали? Какого числа вы это сделали? Я на вас зол. Очень сильно зол. Нет. Только не это. Брок, ты не справился, ты не пойдешь на подготовку на войну. По снайперам. Роза, на тебя надежда. Пошли-ка. Пишись в комментариях. Привести мне челлендж по осаде. По осаде. Ну, то есть, там самый первый... Короче, потом расскажу. Я не могу нормально рассказать. Ай-яй-яй! Вы что? На-на-на-на-на. Пошел. Пошли вы. Паш. Минус был. Зачем? Ушел. Ушли вы. Ушли. Блин, убили. Убили? Уходи! Уходи! Он тебя убьет. Динамайк. Блин, метатели, у вас мало жизни. Ну зачем вы туда и вообще идете? Метатели! Назад! Прикрывайте за сеном меня лучше. Я потому что боец ближнего боя. Ушли. Хорошо, беру на себя ответственность. Получили, гады? Нет! Упс. Нет, 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 нет! Найт! Найт! Ага. Блин. Не получилось, Роза. Конечно. Роза, Роза. Угу. Давайте уже, короче, в одиночную звезду поиграем. Роза может там что-то сделает. Так.
Булкш. Кыш, говорю. Если еще ко мне подойдешь, тебе хана. Знаешь что? Уже тебе с... Кто ко мне подойдет? Грози. Я кого-то люблю. Так, кто подойдет ко мне? Или приму? Нет, не подошел. Так. На каком я месте? Так, на каком я месте, говорю? Ну-ка ушла. Знаешь что? Я собственная собственность. А, нет. Нет, хорошо, хорошо. Вы самые главные, только отойдите от меня. Пожалуйста. Кыш. А, нет. Мазы. Пока. Не убивайте. Не-не-не-не. Иди. У меня 5 звезд. Это хорошо. Так, тебе хана. А, не-не-не-не-не. Все хорошо. Почему такая-то сильная? Алло. Почему вы такие сильные? Эхе. 0. Вот обидно. Кого же выбрать? Короче, я крыса буду. Буду крысерить, никуда не вылазить. И все. Бам-бам. Минус. Нет. Ушли. Кто ко мне подойдет? Ты, конечно. Ах, ты крыса какая. Тоже хотела меня закрысерить. Так кто же это столько этих звездочек собирает? Ну, ушла. Ой. Не смог я. Ну, 101-е место. Юху. Победа за мной. Пошу. Ты мне... Не этот. Ты не мой чувак. Так что я тебя убиваю. 9-ка. ПМ. Слушай, она сейчас безвижна. Можно ее убить. Изи. Просто. 11, значит, у тебя. Ушел. Нет! Зато 13 набили. Так. Кто у нас пришел? Минус. Уже 15. Слушай, братан. Ну-ка. На кого ты идешь? Слушайте. На кого вы идете? Я же вас всегда победю. У меня уже, смотри, 17. О чем мы бэм-бэм-бэм-бэм? А. Ну хоть 6. Потому что 3-е место. Я хотел 1-е. Ничего, отработала. Хорошо. Еще получу сундучок. А что в сундучке? Ничего в сундучке нет. Жаль.
Значит, надо в футбол сыграть. Так, бравлбол. На, убил. Карл, пожалуйста, себе забей. Забей себе, говорю. Нет. И ты, как всегда, меня убьешь, да? Нет. Хорошо, что медведи не могут эти мечи толкать. Кстати, а реально не могут они? Интересно. Получи. Ко мне нельзя приставать. Ты куда? Зачем? Там враги. Ничего не... Хорошо будет. С пюрешечкой. Ушли. Ушел. Блин. У этой нет точно бабки, потому что она сильная. На. Только попробуй. Нет. Сколько может взять? Давайте, значит, возьмем Спайка, может ты нам поможешь, если ты, конечно, футболист. Может, по твоему виду ты такой пухленький. Блин, почему, когда я беру этого Спайка, то появляется этот эпический боец. Ну-ка, ушли. Тут вообще-то я живу. Это мой район футболистов. Получи. Чмуляе. Давай. Молодца, да какая. Ну-ка. Ай. Вообще-то больно. Разработчики, не дремьте с этими новыми бойцами, потому что я хочу еще бойцов. Чтобы было там, например, 40. Знаешь что, братан? Ты лучше не дерзи мне. Нет. Я защищаю. Давайте же защитим. Ну-ка, ушли. Кыш. Нет. Сейчас будет финал, как я думаю. Да? Так. Не думал, что меня убьют. Так, ушли.
пошли вон. На. Пам. Пам. О, нет. О, май гад. О, май гад. А, страшно. Очень страшно. Вам так скажу. Так, 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 так. Да? Да? Есть! Смогли мы это сделать. Спайк оказался футболистом. Ну что ты хнычешь? Пацан, пацан, птичка, чё ты хнычешь? Сбо. Ничего. Так, я хочу шансы посмотреть. Шансы на мегаящики. На лего. Угу. Понял. О, я хочу опробовать такого. Пиксель, блин. Эль Прима. Чё с такой толстенький? Класс! Ну-ка, сейчас заценим. На-на-на. Супер. Малыш идет. Малыш разозлился на вас, роботы, что вы не дали мне печеньку. Почему вы мне не дали печеньку? А? За что? И почему? И это ты, брат. Ну все, мы с тобой все сейчас обсудим. На. Получи еще раз. И еще раз. И еще раз. На, получи. Ты сам виноват. Ты мне йогурта не дал. Получи. На. Еще раз. Еще раз. Получай. Получи. На. А чё не... Слава богу. На. Получи. Так, надо... И последний удар. Бам! Нет. Поднимемся. Последний удар. Да чё ты такой живучий? Последний удар. Нифига себе. И последний удар. Да ну... Ты реально живучий? Да! Ура!
это сделали. Классный. Тут Паймпер еще продается. Я бы хотел его. Ну как я его куплю, если такие большие деньги? Офигеть. Ну на этом все, друзья. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока. Точнее, еще я забыл про одно. И поставьте лайк. Во. И никакого дизлайка. Теперь можно точно прощаться.